Эпидемическая обстановка в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. И хотя рост новых случаев заражения коронавирусом составил 70 человек за сутки, это значительно меньше, чем все предыдущие дни. Скончались еще 3 ковид-положительных пациента. Минздрав сообщает, что смерть наступила в результате обострения хронических заболеваний. Итого, с начала пандемии вирус унес жизни 21 сибиряка. Выздоровели 16 человек за день и 255 за весь период.